Друзья, всем привет! Я только что отработала и совсем забыла, что у нас здесь дерево инжира. О, сейчас насобираем. О, какие невкусные спелые инжирчики. Вау, смотрите, какая красота! Какой крупный инжир! Вот у меня ладонь моя. Очень крупный инжир и вот очень вкусный. Вот насколько я помню, вот всегда он здесь, этот инжир вкусный. Крупный. А, и главное, бесплатный. Потому что вот там вот не видно отсюда. Видите, это общая парковка. И вот эти вот ветки склоняются на парковку. Так что я не рву на частной территории, а рву на парковке именно. А все рвут. Вот так что и я поживилась. Все, сегодня четверг. Я только что поработала у Роберти. У Роберта. То есть, и поживилась инжирчиком. Еду домой. Вау, это просто вау. Друзья, я только что пришла домой, только что пообедала. Вот на десерт решила съесть один инжир. Смотрите, какой внутри спелый, какой красивый. Ой, я надеюсь, что у нашего дерева такой же сорт. Правда, они у нас пока поменьше, но это просто первый год. Надеюсь, что в следующие года дерево подрастет и будет такой же крупный инжир. Ну, смотрите, это прямо вау. Какой крупный и какой красивый. А вкусный он какой, вот этот инжир. Вот я каждый год на той парковке рву этот инжир. Ну, слава богу, что у меня появилась там работа. Я снова оставляю машину на той парковке. Теперь хоть можно иногда полакомиться вкусным, как говорится, бесплатным инжирчиком. Так, вот только вчера я вам показала силуэт Падре Пио на стене у нас на кухне. Сделала коротенькое видео. Вот он, видите, Падре Пио. Пришло письмо. Как говорится, письмо на... сейчас покажу кому. Так. А, представляете, еще свекр. Свекр уже давно, он умер еще до свекрови, и до сих пор на его имя пришло письмо оттуда. Вот, откуда-то, ну, в церкви. Вот, так как они, свекры, были по фанаты, Падре Пио, вот пришло письмо и вместе с подарком. Вот, видите, коробочка, и здесь два карандаша. Вот такие вот карандашики. Надо потащить. С другой стороны резинка. И тоже с изображением Падре Пио. Представляете? Такой подарок. Потому что свекры, они постоянно высылали деньги в благотворительность, в общем, как бы высылали деньги. Вот они до сих пор шлют им письма. Вот. Высылайте деньги. Здесь счет, куда высылать деньги. Где-то. Представляете? Вот так вот всегда. Где-то там счет. Вот, Падре Пио, карандашики красные. У Никиты понедельник уже школа начинается, дам ему эти карандаши. Так, друзья, хочу похвастаться. Вчера мы наконец-то вчера вечером мы закончили собирать комод. Сейчас я вам покажу, какой комод просторный. Видите, так, второй комод такой же одинаковый будет до следующей стены. О, какие шкафчики красивые, удобные. Вот, видите, 6 шкафов. Этот комод будет для Рину, а мой комод будет для меня, там будет стоять. Так, сейчас я буду разлаживать носки, трусы, маечки для Рину. Ну, наконец-то мы собрали, елки-палки. А, вот смотрите, какой дефект. Видите, Рину вчера сфотографировал. Вот здесь вот отколотый был. Он, это не мы откололи, он был уже отколотый, потому что мы как только открыли, вот, он сразу был отколотым. В общем, Рину сфотографировал и вчера вечером выслал им, потому что мы по интернету заказывал, он послал им, посмотрим, что они скажут. Вот, если они даже не поменяют эту доску, пусть они хотя бы кусочек, как говорится, вышлют нам, там мы хоть заклеим, хоть, ну, посмотрим, что они нам ответят вообще. В общем, как я говорила, здесь будут два комода, посередине установим телевизор, вот этот вот, что у нас стоит. Ну, по бокам буду все украшать. Правда, нам надо именно такие украшения, чтобы коты не разбивали ничего, елки-палки. Но уже я так подумала, что, как говорится, ближе к Рождеству, вот, перезепье я слесу, я не буду устанавливать в зале, потому что в зале спят кошки. Вот, именно буду устанавливать на этом комоде. Ну, в общем, телевизор как-то, может быть, на этом месте будет, а вот там, вот на том месте будет перезепье. Я слесу, тогда кошек уже не будем в спальню пускать, но все равно, как говорится, окна уже не будем сильно открывать. Зима все-таки будет, видите, у нас тут еще бардак. Творческие лестницы тут и все такое. Вот, ну, в общем, как только закончим с комодами, вот, и уже, как говорится, шкаф там поменяем, я уже говорила, и уже буду придумывать, как стены буду все это что делать, что-то вешать, что-то цеплять, что-то как-то украшать, в общем, все такое. Так что все, можете нас поздравить, первый комод мы собрали. Сейчас я начну, как говорится,
раскладывать вещи Рину, именно такие легкие вещи Рину. Ну, вот я уже говорила, мелкие такие вещи. Так, пришла собирать урожай огурцов. Сегодня, когда я работала у Роберты, я отвезла ей 3 или 4 таких больших огурца. Что это за огурец такой? Сейчас надо собрать снова урожай. Завтра Анжеле отвезу. То у меня в холодильнике есть еще огурцы. Но я вам скажу, что огурцов уже все меньше и меньше становится. Уже, как говорится, все, перестают расти огурцы. Если где-то есть маленькие, то они подрастают, и то не все. Так что, ну ладненько, сезон заканчивается. Вот. Вчера собрала урожай баклажанов, сегодня такой урожай огурцов. А у меня тут, смотрите, что еще до сих пор. Целый куст крупных зеленых помидоров. Вот не знаю, поспеть, не поспеть. Это который поздний куст. Смотрите, сколько тут много крупных помидор. Пока вроде не краснеет. Посмотрим, если они так и не покраснеют, то я их сорву зелеными. Вот, все пусть дозревают. Может быть, уже, как говорится, недостаточно солнца, недостаточно жарко, чтобы они краснели. Еще долго что-то. Тут столько много этих зеленых помидоров. И, блин, вот жду, жду. Когда же вы поспеете-то, а? Зато, свеклы у меня тут, как говорится, богатый урожай. Ну, так что, когда надо, всегда могу прийти и нарвать свеклы. Я тут уже несколько штучек сорвала свеклу. Отваривала, помню, Катюша, когда приходила к нам в гости. Так что и свекла у меня тоже в этом году, и там тоже свекла. Вот видите. Офигеть, что это? Маленькая ящерка без хвоста. Джой, ты что сюда принесла в дом? А ну давай неси на улицу, брось отсюда. Тихай с этим. Боже, бедная ящерка. Что, мр? Убила ее, да? Так не надо дом приносить. Вот она всегда ловит кого-то, потом играет до того, что бедная животинка умирает. Вот бежит бедная ящерка. Джой, давай, выходи отсюда. Брось отсюда, давай, выходи. Ой, давай, убирай ее отсюда. Блин.